Всем привет, с вами Маркович, и сегодня мы начинаем играть в игру под названием Seven Days to Die, 7 дней, чтобы умереть. Но умирать, естественно, мы с вами не собираемся. Мы собираемся выживать и как можно дольше, и как можно интереснее. Играть я буду в одиночку, это то есть не кооператив, будем с вами пытаться что-то, может быть, отстроить, какой-то занять дом или еще что-нибудь такое. Сумочку нашли какую-то пустую, замечательно. А, так вот, может быть, отстроимся, может быть, что-то, займем какой-то домик, вот, например, вот там, который виднеется нам. Кстати говоря, вот и вода, нам, мне кажется, в ту сторону и нужно двигаться. Так вот, соответственно, это будет одиночная игра, как я уже говорил. Будем крафтить, будем строить, выживать, убивать зомби, добывать пропитание и так далее и тому подобное. Давайте немножко поговорим теперь о сложности, на которой, собственно, мы с вами будем играть. Это Warrior. 18 часов у нас будет идти день, то есть зомби будут бегать остальные 6 часов из 24, да? И одни сутки в этой игре у нас будут идти 2 часа реального времени. Ну, я поставил максимум, чтобы, в принципе, можно было... Опа-на, здравствуйте, вот и новые зверушки, которые мы видим, да, из Альфа 16, волчок, мы, пожалуй, не будем к нему пока подходить, потому что иначе он, у меня такое ощущение, что наваляет нам люлей вообще запросто, как-то немножечко не по себе, да, вот, собственно, аирдропчик у нас будет раз в 7 дней, я поставил, чтобы он отмечен был на карте, ну, потому что я считаю, что 7 дней не так уж и часто, там можно было почаще бы поставить его, но, короче говоря, зато если он куда-то упадет, мы будем знать, где он лежит у нас и сможем потом... туда сходить. Я немножко опасаюсь, потому что, опять же, в этой Альфе 16, которая вот сейчас мы с вами и смотрим, было добавлено, были добавлены на разные новые животные. На самом деле, очень много было всего добавлено. Как говорится, стучится вот-вот уже в дверьке, да? Так, давайте сейчас соберем, что называется, немножечко яичек с перышками и пойдем дальше. Чего стоит одна только электросеть, что называется, да, разные генераторы, выключатели, переключатели, там, турели какие-то, провода, ну, вы приспособы всякие разные с этим тоже связаны. Поэтому будет куча всего интересного, и мы, естественно, с вами это все увидим по ходу игры. Ну, естественно, были добавлены новые виды зомби, вон, кстати говоря, медведь ходит. Господи, что-то нам как-то не повезло с вами. То волк, то медведь, пойдемте-ка вот туда, я там вижу лагерь, там, возможно, есть какие-нибудь кастрюли, которые нам обязательно тоже пригодятся в нашем выживании. Так, давайте продвигаемся туда. Так вот, новые различные виды зомби были добавлены. Были добавлены новые постройки. Поведение, по-моему, зомбарей изменилось, если не ошибаюсь. Поведение орды, которых призывает именно крикуни, вот это вот, который бегает, истерически вопит. Так, Мишка, ты нас не видишь, я надеюсь, да? Мы спокойненько здесь пройдем, ты нас трогать не будешь. Мы, как говорится, тебя не трогаем, и ты нас, пожалуйста, не трогай. Поэтому много всего интересного, я думаю, нас с вами ждет. И, может быть, даже трудного. Была, кстати говоря, переделана система крафта. Теперь она зависит в большей степени все-таки от нашего уровня, нежели чем от того, насколько много мы того или иного скрафтили. Поэтому, собственно, как раньше, допустим, да, мы могли с вами крафтить, улучшать тем самым навыки своей крафта и улучшать сами предметы, которые мы получали с помощью того же крафта. Теперь нам нужно непосредственно набивать уровень. Короче говоря, RPG-шка такая получается, да, в большую сторону. Вот, набиваем уровень, соответственно, поднимаем различные навыки наши, которые тоже вот сейчас покажу, быстренько изменились. Weaponsmithing, допустим, Toolsmithing, да, и все прочее. Gunsmithing в таком же духе. И, соответственно, чем больше у нас уровень этого навыка, тем лучше у нас качество того или иного предмета, которого мы крафтим. Соответственно, это нужно вот все тоже апать теперь. Допустим, первую вещь, если сейчас крафт, она будет у меня 25 качества. Если я подниму уровень себе, она будет 50. Вне зависимости от того, сколько вы их накрафтил, всегда будет 50 качества у них. И, собственно, от уровня зависит, опять же, прокачка этих скиллов. И от прокачки скиллов зависит непосредственно уже качество. Так, мы второй уровень с вами получили, отлично. Тут есть вода, тут есть лагерь, там есть домики, я вижу. На самом деле, было бы даже неплохо, если бы где-то здесь заселиться, но мне вот тут... Мне вот такая больше местность нравится, такого плана, она как-то поприятнее. Но там, правда, медведи, блин, ходят. Так, тут я видел где-то кукурузки, их нужно тоже собрать. Давайте все будем вообще пока собирать, все, что не попадя. Потому что, так или иначе, это нам все пригодится в дальнейшем крафте. Так, мне кажется, меня подлагивает немножко, наверное, потом графику поменяю чуть-чуть. Кукурузки тоже пригодятся, обязательно все это дело мы с собой будем забирать. Короче, господа, вот, пока это 16 альфа находится в бета-тестах, что называется, да, на ранний доступ, так скажем. Можно в стиме... Кто там, господи, курица прыгала, что ли? Можно в стиме попробовать ее уже, вот чем мы, собственно, с вами и занимаемся.
А вот и первый зомбарь, да. Ну-ка, дайте-ка нам оружие какое-нибудь. Дубину давайте скрафтим себе, что ли. Чтобы по башке ей надавать можно было чем-то. Видите, 25-го качества дубины, короче говоря. Пока мы не поднимем weaponsmithing до второго уровня, у нас так 25-е будут крафтиться, сколько бы мы их ни крафтили. Поэтому я вот об этом и говорил. О чем речь шла, что называется. Давайте-ка. И видите, теперь очень удобно. Кнопки показаны быстрого доступа, что называется. Ой, что я скрафтил? Я хотел скрафтить. Вот этот лук-то. Стрелами, что ли, кидаться буду из рук. Ну вот, и теперь можно просто кнопочками пользоваться непосредственно на клавиатуре. Очень быстро, очень удобно, очень хорошо. Так, одна стрела у нас, конечно, есть. Это замечательно. Сколько мы можем максимум их крафтить? 14. Давайте скрафтим. Пускай будут. Камушков еще пособираем, чтобы скрафтить себе топорик и все прочее. Так, задание я сейчас тоже по заданию сделаю, чтобы нам потом открылось, где у нас есть ближайший торговец. Я надеюсь, он где-нибудь поблизости находится. Мы сможем к нему отправиться, посмотреть, что у него там есть вообще полезного. Давайте попробуем пока пришибить вот эту первовстречную нашу зомбятину. Но я так чувствую, в лагере там еще кишмя кишит, как обычно это здесь бывает, да? Тут камушек бы неплохо сорвать. Тык-тык. Шипит засранка. Блин, еще сижу, когда в одном наушнике, непонятно, короче, с какой стороны шипят. То ли она одна шипит, то ли еще где-то гаврики бродят. Ну ладно, будем надеяться, что она здесь одна. Ну-ка, иди сюда. Ну, это старый зомби. Потом мы с вами еще, я уверен, что скоро столкнемся с новыми видами. Давай-давай по башке. Лупи. Отлично, сдохла. Потрошки. Ну, заберем, конечно, но такое пока. Ну, не особо сильно надо, как бы. Так, чем мы тут сможем скрафтить? О, орешка ходит. Ну, ладно, пока не дали, не тоже. Давайте топорик себе скрафтим. Тоже 25-го качества, естественно, он будет, как и все остальное здесь. Так, давайте нам топорика сюда, пожалуйста, спасибочки. Ну, мы пойдем сейчас с вами обычным в любом случае. Вот этот вот лагеречек, посмотрим авось. Я очень надеюсь, что найдется на... Твою ж налево. Как он меня, зараза, испугал. Хорошо, я тень увидел. А то он так тихо подполз к нам. Что, просто жуть. Знаете, по башке. Я стрелы на тебя не хочу тратить, друг любезный. Давай-ка, давай-ка. Ты так, скопусти, пожалуйста. Давай, ну-ка, ну, зараза. Сейчас будет он 3 часа. О, сдох даже, вау. Что у тебя есть? Ну, понятно, ничего интересного. Так, разделать их пока, ну, нафиг не буду. Пускай они там валяются, как валялись. Так, мы подходим к лагерю. Вот тут сейчас может быть... Кстати, очень интересная штука, да. Пока не забыл. Вот теперь, собственно... В зданиях в разных, да, которые, может быть, помните, раньше такие зомби сидячие были, да, и как бы не двигались теперь, и очень многие зомби там как бы, что ли, дремлят, не знаю, или спят, и к ним подходишь, и они как бы оживают, и вот этого тоже нужно опасаться, поэтому аккуратненько нужно по зданиям ходить, естественно, нежелательно их не будить. Ну, я чувствую, кто не так проснулся. Так, кукурузку мы все соберем, это может быть нам пропитание некоторое, если что-то, слышите, да, кто-то хрипит. О, баночку нашли, отлично, если что, от жажды не умрем. Ой, тихо, кактус. Даже если мы где-то там временный лагерь построим возле воды, мы не умрем от жажды. Пить сможем. Правда, с едой беда. Так, где вы, гаврики, у меня шуршите здесь? Ой, сколько вас там нарезалось-то? Ёшки-матрёшки. Жуть. Так, ну-ка давай стрелу. Кстати, теперь смотрите, еще видите прицел? Помните, раньше можно было приближать, да? А теперь, оп, прицел пропадает. Ну, то есть, она как по стреле, что ли, ориентируется. Ну, хотя, когда мы сидим... Оу, смотрите, что тут, птичка-зомби. Отвали, отвали от нас. Отвали, гадость ты такая мерзкая. Все, улетело? Ты не будешь нас больше доставать? На, попал в нее, блин. Скотина. Ну-ка, ну-ка, отвали. Отвали, говорю. Ой, промазал. Дувайте дубину. Ах ты жопа, ну-ка, не трогай нас. Если по морде получает и убегает. Вот тварь. Так, там ползучий гад еще. Надо с птицей разобраться сначала. Иди сюда. Какая она, слушайте, это. Опа, она сдохла. Ты же сдохла? А что, в тебе даже ничего нет, да? Ничего полезного из тебя не выйдет. Ну и отвали тогда. Так, ну, разберемся с этим зомбаком. Короче говоря, я вот еще что хотел сказать. Помните, да, когда мы крафтили до этой вот альфы, да? И улучшали таким образом себе предметы и все остальное. То, собственно, мы могли бы уровень особо сильно не апать. Но при этом у нас были бы... Еще не пустые все какие-то. И были бы классные предметы. Теперь такого нет. То есть, чем выше уровень только, тем будут лучше предметы. Соответственно, чем выше уровень, тем... Ну, проснулся, елки-палки. Кстати говоря, тоже какой-то новый, смотрите. В капюшончике таких раньше чувачков не было. Ну-ка, иди сюда. Сюда, гад, иди. Тихо. Размахался тут грабельками своими. Ой-ой-ой, подвисает-то как, слушайте. Нате, капашки. Так, давай-давайте. О, давай еще. Давай, родимый. Получи по башке. Не вставай. Зачем встаешь? На себе. Отлично, разобрались. Так, ну какие-то. Что-то у вас какие-то бесполезные штуки все валяются. Так, там, по-моему, кто-то еще был. Если, конечно, не ошибаюсь. Так, что у нас тут в кучке мусора может быть полезное, но пригодится.
Так. Ну, этот чувак, который здесь был же, да? Правильно? Я правильно? Родимый, это что здесь? Стерва. Лежи, лежи, не дрыгайся. Лежи, не дрыгайся. На тебе в голову. О, две баночки с водичкой. Так, кто-то еще там, слышу, речит. У нас сейчас кончится с вами... С вами кончатся у нас припасы... Ой, эти патрончики, стрелы. Ну, еще баночка с водичкой. Я бы хотел здесь найти кастрюлю, если вы не против, конечно, господа. Так, давайте-ка еще себе немножко стрел накрафтим. Понятно. Камней нету. Надо больше камней. Вот, к сожалению, здесь кастрюли никакой не вижу пока что. Ну, ладно. Может быть, авось... Тихо-тихо-тихо, я хотел же взять топорик. Может быть, все-таки найдем что-нибудь. Бесполезно совершенно. Так, кастрюли нет никаких. Давайте-ка заглянем в сумочку. Ха! Мы теперь модные в солнечных очках с вами будем, да? Отлично. Отлично. Сейчас мы лагерек обыщем, мы тогда займемся заданиями. Скрафтим себе бедрол, кроватку. Соответственно, да, и... расположим ее, чтобы нам этот квест зачелся. И дальше там будем смотреть. О, спасибо. Так, что у нас там в машинке интересного есть? Поставил я 2 часа, да, реального времени, как я уже говорил, чтобы длились здесь сутки. Поэтому, в принципе, у нас время, конечно, есть с вами. Но желательно бы какое-то убежище все равно иметь. Иметь хотя бы домик какой-то зачистить, знаете, да? Сейчас мы, наверное, туда все-таки в сторону домика, который мы видели, с вами направимся, зачистим его. И положим там кроватку, собственно. Тут вообще ничего нету. Печаль. Так, ну подожди, а с этого матраса... Это я? С этого матраса будет мне... Да, отлично, давайте-ка матрас разберем, нам пригодится. Так, понятно. Стулья, кстати говоря, тоже можно разобрать. Поэтому тоже их заберем. Тут немножко угля можно добыть. Ну, конечно, вряд ли сейчас пригодится, но пускай будет. Пускай соберем с собой. Сейчас говорю, тут ингредиенты вообще нужны все. Так, давайте матрас здесь тоже подразберем чуть-чуть. Стулья сейчас тоже заберемся. Кстати говоря, если вы сломали ногу, допустим, да, то теперь это так просто не будет. Блин, взять, допустим, клос, тот же ткань, да, и, собственно, что там надо было-то, господи, клос и этот самый, дерево, да, по-моему? Вот, теперь нужно еще изоленту искать. О, тут еще контейнер был, отлично. Пирог нашли, ну, все, какая-то еда, тоже, знаете, на первое время, мне кажется, сгодится. Так, у нас уже подзахламляется немножко наш замечательный... инвентарь, поэтому отправляемся в сторону того дома. По пути. Здравствуй, друг, ну иди сюда. Иди, малыш. О, какой дядька, смотрите, в костюмчике. Приоделся, что называется, да? Сейчас мы с ним разберемся, давайте. И тоже посмотрим. Давай, бей его, бей. Отлично. Ну, банку, ну, заберем, конечно. Но я вообще рассчитывал на кастрюлю, если честно. Немножко ты меня лагерь расстроил, что-то в этом плане. Ладно. Фиг с тобой. Так, что нам там крафтить нужно? Бедрол, да? Давайте бедрол скрафтим. Бедрол скрафтим. Мы будем потихонечку тоже идти. Все равно собирать и траву, и все остальное, что нам по пути попадется. Это нам так или иначе пригодится в любом случае в дальнейшем нашем выживании. Там олени скачут, зомби ходят. Ну, мы туда пока не пойдем. Нам надо бы с вами хотя бы сейчас до дома добраться, чтобы все у нас было замечательно и хорошо, да? И неплохо вообще в целом. Для выживания, для нашего дальнейшего, как говорится, обзавестись точкой опоры, которой в случае чего мы сможем резнуться. Но, конечно, не хотелось бы. Не хотелось бы, как говорится, падать. Давайте-ка это дерево срубим, оно маленькое, 300 быренькое, думаю, нарубится. Немножко дерева наберем. И неплохо, конечно, еще какой-нибудь камушек разобрать. Вот там возле лагеря был камень, конечно. Ну ладно, мы же прошли, обратно возвращаться не будем. Сейчас возле дома там наблюдаем. Возле дома. Главное, чтобы сейчас нам какие волки там это не напали. Что называется, за задницу не укусили, да? Это будет не очень. Давайте сразу, наверное... Так, у нас водички есть пока. Ну, наберем сразу две склянки. Если что, костер там разведем. В смысле, а что это он не все? Не набирается? Так, скраб. Empty can. We should can scrap or fill with water. Ну... Я хочу набрать тебя. Или по одной нужно? Сейчас, секундочку. Так, попробуем. Почему ты не набираешься? А, во, поглубже нужно было зайти теперь, слушайте, вот. Я думал, что за дела, не может быть. Так, ладно, одна есть. И вторая есть. Они, по-моему, не стакаются, если не ошибаюсь. А, не стакаются, отлично. Все, выходим из воды. Ну, конечно, не сухими. Ну, так или иначе. Так, пык. Все, пойдемте далее. Так,
Пока ничего рубить не... Так, что-то там вдалеке какая-то хрень творится, я не вижу, правда, какая. Или это просто деревья, или что-то там есть такое нехорошее. Какое-то у меня предчувствие, знаете ли, такое в пятой точке не очень классное присутствует. Но в любом случае нам нужно добраться до дома. Вот как хотим вообще. Так, эти ягоды нахер они нам пока нужны. Так, бедрол давайте-ка сразу здесь просто расположим. Сейчас заберем, естественно. Нам главное просто, чтобы квестик. Квестик, квестик, квестик. Все, зачли, можно забирать. Отлично, давайте камушка это разломаем. Нам нужны камушки. Какие-то зомби падают или что-то с ними такое творится. Я не вижу, там размыто все. О, господи, вон еще зомби идет. Так, тише, тише, размыть и уходи. Нам надо зомби видеть. Что там такое с зомбарем с этим? Какой-то бешеный или что-то такое, понять не могу. Или там вообще не зомби. Непонятно, да, какая-то ерунда творится. Ну ладно, мы сейчас камушек соберем и проверим обязательно, что там тоже творится. Ну, вот того мы обойдем точно. А вот этого, наверное, скорее всего, убьем. Тем более, что нам нужно апать уровни в любом случае с вами. То есть без этого здесь никуда. Там какая-то хрень ходит. Там то ли волк, то ли что-то. Там волк, кажется, ходит. Обходить надо, ну его нафиг. С волками дело иметь пока страшно, что-то мне, если честно говоря, знаете ли. Так, ну ты, дружище, жди нас. Сейчас мы придем к тебе по твою душу, что называется. У нас дубинка есть хорошая, которая... Как он так скачет? Он сразу, по-моему, к нам приближается, да? Ладно, я надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Так, друг, мы следим за тобой. Тут, кстати говоря, были добавлены еще змеи. Ну, они тут вряд ли встречаются, скорее всего, в пустынях каких-то, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, короче, если что, мы увидим. Ну, или почувствуем, как минимум почувствуем, да? Давайте камушков еще соберем немножко. 110 камни, давайте последний раз таки раздолбаем и двинемся дальше. 10 часов утра, время-то еще есть, в принципе, до ночи у нас. Так, здрасте, сломался у нас наш замечательный топорик. Давайте скрафтим, этот скрапнем. Хотя, в принципе, ну, 3 камушка тоже, знаете, пока на первых этапах. Видите, вот я скрафтил второй, и все равно 25 качества получается он. Поэтому нужно апать скиллушечку обязательно. Так, чем мы с вами еще скрафтили? Теперь надо из тканей всяких штук нам понакрафтить, да? Ну, сейчас сделаем. Сейчас сделаем, сейчас добиваем ее и... Далее. Так, что-то нам говорят скрафтить надо. Штанишки, да? Штанишки, рубашку, эти самые, как его, худ, шапку вот эту вот, короче говоря. Обувь и перчатки. Отлично, давайте сразу наденем. Сразу наденем, чтобы она место не занимала здесь. У нас еще модняные очки, как вы помните, да, мы подобрали. Так что вообще супер. Ой, я что, две этих скрафтил? Нет, все нормально. Все нормально, давайте, давай, 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 крафтись. Крафтись, ладно, скрафтись, сейчас наденем. Хоть чтобы не совсем голыми бегать, да? Там показалось, как будто медведь. На самом деле нет. Так, перчаточки надеваем. Вот так мы модняво теперь выглядим. Жуть какая, в капюшончике со всеми делами. Так, комплит, бла-бла-бла. Так, крафт Wooden Club. У нас Wooden Club уже есть. Ну ладно, мы другую скрафтим. Сейчас этого побьем, гада только. Что тут, блин, подтормаживает немножко. Клей и монетки. Ну ладно, допустим. Знаете, это тоже из старых зомби. Один из старых зомбарей. Из наших друзей. Давай, давай, друг, не вставай, пожалуйста. Получи пашки, еще получи. Не-не-не, ты лежишь. Вот, хорошо, молодец. Стекло, серьезно. Ладно, мы сейчас до дома доберемся, в любом случае уже. Во, вот это новый бешеный, смотрите, какой странный. Какой странный чувак. Череп у него, что-то с черепом какая-то беда, да? Бородатый чувак с черепом, лол. Окей. А еще он бешеный, ну как эти, помните, такие черные раньше были? Только, друг, ты это там, сильно нас не бей, пожалуйста. Мы пока еще слабенькие, беззащитные. Давайте-ка бежим в эту сторону, там не вижу, что за спиной творится. Мало ли там какая-нибудь подкрадывается сзади. И мы этого не увидим с вами. О, друг, лежи, 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 сейчас, сейчас, сейчас придем, подожди, подожди. По башке. Какая черепушка у него, слушайте, однако. Ты не вставай, зачем встаешь ты, гад? Вот гадский гад. У нас стамина вся кончилась. На тебе, да боже мой. Сколько его бить-то надо уже? На тебе. О, боже мой, вся стамина вышла. Сейчас он еще и, короче, кровоточить нас заставил. Слушайте, какой гад, а? Все, сдох. Так, кровоточить, кровоточить. У нас бинтик же, по-моему, был. Да, вот он, господи, его не вижу. Давайте-ка юзанем. У нас здоровье мало как-то остается. Все, отлично. 30% осталось у нас. Серьезно? Ты нам принес цветочек? Серьезно, чувак? Ох, ладно. Так, Wooden Club, говорит, нам скрафтить нужно. Сейчас так и сделаем. Wooden Club, давайте крафт. Это скраб. Хотя, в принципе, роли никакой не сыграет. Но квестик выполнился. Отлично, замечательно. У нас, вон там пенек вижу. В пеньке может быть мед какой-нибудь.
или что-нибудь еще тоже полезное, поэтому мы к нему подбежим обязательно. Так, камушки я соберу все. Чпоньк. Так, ну в этом домике мы вряд ли, конечно, останавливаться будем. Мне что-то не нравится расположение его как-то. Я получил там где-то расположился, там как-то равнина какая-то, знаете, хотя бы. Но вообще нам бы неплохо что-нибудь еще найти поинтереснее было в любом бы случае, поэтому максимум, что мы сейчас сделаем, это охеренный пустой пень. Просто до него добежим и перекантуемся там, что называется, он там медведя вижу вдалеке. Это не есть хорошо. Так, ой, пропустил. Как я мог пропустить? Гнездышко, там же яички и прочие полезные штуки для нас, которые могут быть, да. Их нужно собирать. Так, медведь, стой, пожалуйста, на месте. Ладно, не ходи за мной. Я надеюсь, что-нибудь в доме, может, в доме кастрюля есть. Так, левел 2 у нас тем временем. Окей. Нам, правда, ничего особо сильно не дает. Так, я точно там вижу медведя. Там олень не опасен. Он сам от нас будет текать. Только при виде, что называется. Что у нас с этим, со стрелами? Я хочу стрел. Давай, крафти стрелы мне, пожалуйста. Я буду стреляться из лука. Так, да, все-таки графони, наверное, подключу потом уже тогда. Что-то подлагивает, мне это не нравится. Так, давайте камушки собираем. Камушки, цветочки, камушки. Там дурилка бегает какой-то. Так, ну я уже слышу. Проблема в том, что когда сидишь в одном наушнике, непонятно, откуда звук идет. А если надену сейчас второй, мне кажется, я буду орать слишком громко. Блин, господи, боже мой, чувак. Ты подкрался почти незаметно. Какой-то тоже новый дядька, да? Посмотрите-ка, он в шляпе. Охеренно, лучник года, я просто зашибись. На тебя в шею. Чувак, иди, у нас есть дубина такая специально для тебя. Он в пончо, он модный, смотрите, он в пончо ходит. На тебе еще. Сдох. Ну серьезно, даже ничего не принес, но ну ты такой себе жадина говядина. Соленый огурец. На полу валяется, никто его не ест. Так, Иракс. Так, мы подходим к домику. Очень странно, конечно, его решила зарегенить карта. Просто провал такой образовал, да, и домик. Так, я пока ничего не слышу. Но там, скорее всего, просто они все спят. Давайте через окно, что ли, заглянем. Кстати говоря, тут немножко видоизменились фреймы. Теперь они выглядят как-то вот так вот. Каким-то таким образом, как будто ящики на своем деле сколоченные. Ну, видно прям, что из дощечек таких сколочены. Я слышу собаку какую-то. Я очень надеюсь, что нет. Ладно, нам надо заходить, короче. Чё там? Тук-тук, есть кто дома? Извините за вторжение. Закрыто, ну ясно, хер закрыто. Я уже слышу какие-то звуки нехорошие. Какая-то собака где-то тявкает, блин, это волк, наверное, тут. Я не хочу, чтобы меня жрал волк. Давайте-ка вот так сделаем. Лежи, отдыхай, пожалуйста, ладно? Ай, блин, еще и тетка какая-то разбудил. Там еще третья была, но ее не разбудил. О, новая какая-то. Здорово. Че как? Стой. В смысле, лежи. Спасибо. Так, вот. Я слышу волк. Так, извините. Я, пожалуй, закрою вас вот так. Слышите, да? Где-то тявкает, зараза. Хочет нас сожрать. Скотина такая. Ну ладно. Так. Что-то все... Такое ощущение, как будто он под нами. Звук очень странно идет на самом деле. Ну ладно. Так. Подождите, эта тетка, не пойму, она тоже встанет, если я к ней подойду? Лучше, мне кажется, попробовать забить, да, ее? Да, она тоже встает. Ух, какая дамочка, однако. Обширная. Да ешь ты палку. Слышь, не подходи ко мне, пожалуйста, это. Пожалуйста, не надо ко мне подходи, спасибо. Господи, может, она стрёмная. Так, пивасик и бумага. Ну, такое себе. Такое себе. У нас, по-моему, были стулья, которые нужно скрапнуть срочно. Да, так, значит, здесь будете обыскать? Грёбаный волк. Где ты есть, я понять не могу. Но он где-то нас чувствует. У меня реально такое впечатление, что он, короче, где-то здесь. Так, вон зомбятину вижу. А волка не вижу. Ну ладно, хрен с тобой, волк. А, вон он. Серьезно? Здравствуй, волк в текстурах. Как твои дела сегодня? Ну давай. Высунь морду, получил по харе. Давай еще раз. Скотина, сложно по тебе попасть будет.
Ладно, если мы тебя дубиной зашкерим. Ну-ка, иди сюда. Ах ты ж, скотина! Он типа достает по мне, серьезно? Где ты есть? Вот тварина какая, слушайте, мелкая, пушистая. Я бью, но не по нему, короче, не попадаю. Ладно, стой, там, короче. Нихера интересного здесь нету. Так, нам нужно с вами поставить ящичек, во-первых. Скрафтим сейчас ящик, в него все скинем. Самое полезное потом заберем. Так, давайте-ка. Оп. Куда-нибудь сюда просто пока повесим. Все в него, короче, сложим. Такое, что называется, второстепенное, да? Так, это пока сюда, сюда тоже держите. Так, это мы себе оставим, это мы оставим. Это пока не надо, тоже особо сильно это оставим. Пока не надо. Так, это не надо, это надо, это не надо. Так, все как-то так. Бедрол здесь тоже положен на всякий пожарный. Вдруг мы с вами как-нибудь все-таки... Ну, с такими домами, знаете, не особо хочется и даже постель здесь. Ну, пока здесь оставим, ладно. Так уж и быть, что называется. Так, сейчас посмотрим, что здесь есть полутать вообще. Так, я еще сделаю, знаете, что один ящичек поставлю сюда, и сюда сложу все нужное, на самом деле, мне. Чтобы просто облутать весь дом сейчас целиком полностью. Он там дядька ходит, но то, что нужно разобраться, мне кажется, будет. Так, давайте сюда поставим. Все, здесь еще все нужное сложу. Так, пока просто временно, что называется, что я с собой точно заберу, когда мы будем отсюда уходить. Остальное я пока еще не знаю, буду ли забирать. Так, ну мало ли здесь что-то еще интереснее. Ну, водичка, гора мусора. Во, это как-то странно вообще, конечно. Ну, стулья тоже, их можно, во-первых, разобрать. Волк, что с тобой делать, я хрен знает. Ты ж меня загасишь, да, как-нибудь, наверное. Так, таблеточки заберем. Так, уголек, уголек, никаких печек, ничего, конечно, здесь в этом доме нету, и быть не могло, да? Не могло мы с вами так повести, что называется. Так, банки заберем, давайте. Это ладно. Так, банк, склянка. О, два кусочка мяса, спасибо. Кстати, еще на удивление не показывается дебаф от мяса, который, типа, ну, то, что мы, мол, испускаем запах мясной, и зомби агрится таким образом. Так, ладно, мы пока... Да ты че, волчара? Офонарел, что ли? Смотрите, гад, что делает. Как ты здесь очутился? Скажи мне на милость, пожалуйста. Как ты через стену проламываешься, гад ты такой? Получил по морде? Ну-ка, давай еще раз. Ой, скотина, не успели. Не вовремя, вернее, ну-ка, давай. Рано. То рано, то поздно, блин. Ты иди сюда, мразь. Где ты есть? Вот как к нему пройти? Он же меня цапнет, реально. Есть. Давай, 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 стой, стой, стой. Все? С тобой покончено? О, мясо, мясо, отлично, с волка мясо. Башка, конечно, у него знатно застряла. Вот тебе и лаги, что называется, да? Эх, у нас нет ножичка, жалко. Ну ладно, мы тебя разделаем обычным топориком, мясо все равно получим. То есть еды мы с вами немножко запасли. Сейчас можно пожарить будет его в этом домике, да? И двинуться тогда уже на поиски дальше. Но нам главное здесь сильно не засиживаться, потому что... Ну потому что зомбари как бы ночью не такие, знаете, не очень дружелюбные. Так, это мы все с вами точно заберем. Так, короче говоря, ну что, пойдемте разберемся с тем дядькой, который снаружи ходил там. Так, стульчики мы тоже, пожалуй, заберем. Так, это можно тоже разбить на угольки. Здесь можно будет поставить с вами, собственно, костерчик, да? С помощью которого мы все это и дело и будем делать. Так, это пока сюда. Давайте скрапнем. В принципе, мы можем отметить этот дом на карте, если что, сюда потом вернуться за остальными принадлежностями, когда мы найдем нормальный дом, да? Так, а вот тут я бы тоже забрал, на самом деле, потому что как без этого можно клоус сделать, а клоус нам нужен в любом случае. Поэтому я думаю, что это все заберу. Так, сундук уже где-то подхерачили нам. Это волчар, наверное, дурацкий, забагованный, что называется. Так, ну что, давайте мы тогда здесь сейчас сделаем костерок, я думаю. Так, кэмпфайр, ну камень нужен, естественно. Камень, доски. Что там, воды можно себе будет поднагреть, немножко подразогреть. Кто-то там ходит. Или мне показалось. Только что здесь кто-то прошел. Так, ну-ка иди сюда. Слышь? Да, вон ходит подруга сердешная. Иди сюда. В бедро получила? Сейчас получишь по шляпе. Давай, 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 лежи, 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 лежи. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп, получила шейку. О, спасибо. Так, а вот из шины можно на самом деле получить, во-первых, шину. Но это не точно. А можно ничего не получить, как бы, как вариант. Так, а где дядька бородатый ходил? Он нас не заметил, что ли? А, вон он, мается дурью. Ну-ка.
Чпоньк, опа, в жопу получил прямо. Прям по заднице, по пятой точке. На тебе в шею. Давай еще, иди сюда. На тебя. В глазни... Ну ты такой упал, не очень. Оп, сдох. Ух ты ж, нихера себе. Два ружья и 19 патронов к нему. Охрененно, дядька, ты супер. Вот мы сейчас вас с вами затащим, что называется. Так, давайте вот так пока себя заставим здесь, что называется, да? Сюда можно даже светильничек пока повесить. Временный. Как-то высоко, ну ладно. Временный светильничек. Но я думаю, нет, мы здесь сейчас надолго задерживаться с вами не будем. Но главное, что мы вообще до сюда дошли с вами, да? Так, ну ружье, естественно, я заберу с собой. Как вообще без него? Так, сюда же можно вот так сделать пока. Ну-ка. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, ружьишко. 19 патронов. Отлично. Главное целиться в голову, все будет зашибись. Просто шикардосненько. Тут нам реально повезло. То есть, дядьки весьма такие, знаете ли, полезные, что называется, для здоровья, да? Я даже думаю, что мы сможем сейчас с вами сделать здесь дверьку. Так, скрафтим здесь костерчик. Пожарим сейчас всю еду. Давайте-ка дверьку здесь поставим. Оп, готовченка дверь. Давайте даже немножко укрепим ее. Сколько у нас там дерева, много? Нет, немного. Тогда не будем. Так, ладно. Все, оставили, поставили. Сейчас здесь миска немножко себе заварганим. Давайте вот здесь. Прям вот тут. Мы же мясо сможем с вами сделать, хоть и кастрюлю не нашли. Так, что мы сейчас сможем? Мы сможем прокипятить с вами вот эту вот воду. Так, пожарить мясо, я надеюсь, сможем. Блин, ну с ружьем нам, конечно, вообще повезло. Топово вообще. Так, болит мид не хочу. Черед мид хочу просто обычно сделать. Вот. А, да. Как же я забыл про бревна, собственно. Давайте-ка забахаем. Кстати говоря, теперь одно бревно 50 секунд горит. По-моему, раньше было уже 10, да, если не ошибаюсь. Теперь, короче говоря, вот 50. И это здорово на самом деле. Так, 2.30. О, как угадал, слушайте, вообще. Давай, готовься. И сколько тут? Две водички. Ну, тоже приготовься. Давайте еще одно бревнышко добавим сюда. Еще одно бревнышко добавим. Так, короче говоря, пока это все ерунда будет сейчас греться. Так, тут у нас всякие штуки нужные нам, да, в первую очередь. Мы пойдем немножко что-нибудь нарубим. Что-нибудь нарубим. Вообще, конечно, нам сейчас оно приготовится, мы отсюда свалим. У нас тут дерево есть, оно позади дома, поэтому... Собирайся ты, боже мой. Так, там еще кто-то скачет. Давайте-ка затестим оружие. Ружье, вернее. Слышь, иди сюда. Пс. Промазал. Отлично. Первый выстрел, класс. На тебе в голову. Сдох? Не, не сдох. Сдох. Ну, естественно, сдох от такого попадания, господи, боже мой. Серьезно, 4 ради этого, 2 пули. Не-не-не. Пока будем пользоваться луком. Но ружье все равно хорошее. Ружье это топчик. Оно целое, прям сразу, прям меня вообще это порадовало. В принципе, здесь, конечно, вода относительно недалеко, но мне вот эта местность не нравится, что тут как бы нормально не застроишь ничего. Поэтому я бы поискал чем-чем побегал, да и как бы поближе к какому-нибудь городу желательно бы. Сейчас давайте дерево-то срубим. Как раз-таки 900. Сейчас нормально с него упадет. Должно упасть, по крайней мере. Так, какой мы там у нас с вами второй уровень пока что, да только еще. Эх, жаль. Ну ничего, чем больше будем с вами все делать, всяких действий, собственно, тем больше опыта. Крафт Wooden Bow, он говорит нам, да? А у нас Wooden Bow уже есть. Ну, он просто не видел, как мы его крафтили, поэтому он предлагает нам его скрафтить. Сейчас дорубим все это дерево тогда и, собственно, скрафтим Wooden Bow. И, наверное, как раз-таки мясо там пожарится и выдвинемся с вами дальше. Так, давай-ка. Сколько там 100 полтинничек осталось? Немножко еще поднападает нам хорошенько. Ну, топора, конечно же, нам не хватило. Не могло быть так все просто, да? Понятно, еще надо в дом бежать. Вообще шикарно. Так, закройся, пожалуйста. Так, давай-ка нам сюда вот этого вот добра, что называется. Так, это скрафтите, пожалуйста, спасибо. Так, это закрафтите. Это нам тоже надо все. Абсолютно точно. Так, давайте-ка скинем сюда вот это вот. Все, пойдем-то дорубим дерево. Бегаешь по кучке с мусором, но реально... О! Здравствуйте. Спасибо. Да, немножко осталось. Тут буквально парочку-тройку пударов называется. Все, готово. О, две шишечки еще упало. Шишки, наверное, с собой тоже заберу, чтобы потом там садить деревья самим. Поэтому сюда их скину. Так, перья. Эту хрень мы еще наберем с вами, в принципе. Поэтому я не вижу смысла особо забирать его. Так, сюда 32 стрелы наших. Так, еда нам, естественно, пригодится. Это нам все пригодится. Так, это пока сюда. Ну, здесь оставим, говорю, если что, вернемся. Жалко, здесь патронов больше нет. 17 штук, в принципе, еще есть. Ну, блин, не, мощная штука, конечно. Если целиться в голову, вообще отлично.
Просто супер разлетается башка. Так вот, надо кроватку разобрать бы. Кроватку бы разобрать. Во, хорош, и дерево, и клоус, и еще и даже железо дропнулось, отлично. Так, с этого я так подозреваю только дерево, но все равно разберем, давайте. Хорошо. Ну, тут, в принципе, уже все такое. Так, кровать пока пускай лежит, пока мы здесь, да? Сейчас сюда все сброшу, тоже это дело. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этом пока что мы серию завершим. Вот в таком домике мы с вами остановились. И в следующей серии уже продолжим поиски лучшего места. Заберем, собственно, скрафтим, наверное, скорее всего, еще одну кровать. Это убирать сюда не будем, потому что в случае чего мы как бы сюда сможем просто перекантоваться. Ну, то есть мы возразимся здесь, и здесь у нас будут некоторые, так скажем, запасики наши, да? Ну, конечно, никчемные, но в любом случае за рюкзаком так или иначе придется бежать нам. Вот. И, собственно, будем искать лучшее место, там, чтобы поближе к воде было, поровнее местность, не хочешь, да, собираться никак. Займемся, короче говоря, таким вот образом. Ну что ж, на этом всем спасибо, не забывайте ставить свои большие пальцы вверх, подписываться на канал, и увидимся уже в следующей серии. Всем до скорого, пока-пока!